Я часто вспоминаю последний звонок, и когда дети танцевали свой первый в жизни вальс, и как получалось у них немножко неуверенно, но они были такими необыкновенными и такими счастливыми. И я вспоминаю это и с грустью. И часто просматриваю фильм, который дети мне подарили. Я хочу сказать, дети, что я вас очень люблю и скучаю по вам. И очень рада, что очень многие из детей приходят в школу, встречаются с нами, учителями, не забывают нас. Мы вам всегда рады, мы ждем вас и верим в вас, что мы будем всегда вами гордиться. Первая, кого я увидела, когда пришла в свой 305-й кабинет, это была Лера Дели. Она зашла и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Валерий, фамилия моя Дели. Если вы думаете, что мы не изменимся, то знайте, что мы не справимся, будем всегда такие шумные и непослушные». Все, что она мне сказала, вот в первую очередь. Не хватает очень их, конечно, пытливых глаз, не хватает их задорного смеха, не хватает их такого острого, тонкого юмора, не хватает их любознательности, не хватает их вопросов, а почему, особенно Лериных, не хватает занятий дополнительных с той же Викой, привыкла уже по вторникам, не хватает Зайцева Алексея, который у нас всегда встречает и провожает все делегации, не хватает Дашко, который всегда вовремя все ксерокопировал. В общем-то, тяжело без них, скучаем, вспоминаем, ждем и рады каждый раз новой встрече. Дорогие ребята, я вас всех помню. Желаю вам всего самого хорошего, что есть на этой земле. Добра и удачи вам. So, dear children, it's difficult to wish anything, because everybody has got his own way, his own mind, his own dreams. But still, the main thing is to be honest, at least for yourself, and maybe fair for everybody around you. Много людей пыталось дать какие-то советы. Островский говорил, надо прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно. Маяковский говорил, светить всегда, светить везде до дней последних донца. Но трудно сказать, что на самом деле. Пожалуй, просто живите, наверное, с заповедями библейскими в сердце. И это самое главное. Будьте людьми так, чтобы соответствовать вот именно просто этому званию человека. Ну, and happiness for everybody. Good luck. Дорогие мои одиннадцатиклассники, бывшие теперь уже студенты вузов. И мне очень хочется вам пожелать удачи, пожелать того, может быть, жизненного пути, который бы вас привел к дальнейшим вершинам, чтобы вы не разочаровались в выбранной вами профессии, чтобы вы всегда развивались, продвигались вперед и были счастливыми в будущем и профессионалами, и семьянинами. Поэтому еще раз вам удачи и дальнейших успехов. Дорогие выпускники, хотелось бы вам пожелать всяческих успехов, здоровья, счастья и особенно удачи. Пускай все у вас будет очень-очень хорошо. Примите пожелания от вашего старого учителя. Спорт – это жизнь. Что я могу сказать о выпуске 2011? Три выпускных класса и все лоботрясы. Нет, были, конечно, очень думающие люди. Если вы помните, я самое главное пытался научить вас думать на уроке, естественно, посредством каких-то математических понятий. Вам это в жизни пригодится. 100 раз я вам говорил это, еще раз повторю. Успехов вам на всех сессиях, не вылететь раньше положенного срока из своего любимого вуза. Ну и, в принципе, вы математику можете не знать, но человеком каждый из вас должен, конечно же, быть.
А засим, ваш Альбертович? Уважаемые друзья, хотя нет, вы не друзья, вы уже почти полноправные члены общества. Новая ячейка в большом кирпичном здании под названием «Беларусь». А чего хочется вам пожелать? Пожелать хочется вам, чтобы со временем вы становились все более и более образованы, культурны, интеллигентны и нашли свой путь в жизни, который принесет не только материальные блага, но и душевную радость. Дорогие выпускники, я рада, что в нашей гимназии вы уже присутствуете в статусе выпускников, а не учеников. И я думаю, что сегодня вас охватывает чувство радости того, что вы увидели свои родные стены, своих родных учителей, но и вы полны радостью результатами тех, которые вы достигли. Мне, как учителю, приятно осознавать, что вас тянет в школу, что вы хотите сюда приходить. И я думаю, что начало февраля – это будет не единственный день в году, когда вы будете встречаться со своими учителями. Как только у вас будет свободная минутка, мы, учителя, всегда рады вас видеть. Ну, потом смонтируешь. Все, больше не буду. На сколько секунд я должна выступить? 54. Дорогие выпускники. Отлично. Я уж не знаю, что... Да они клоуны по жизни все. Снимают? Куда? В камеру какую смотреть надо?